словам женщины, с ней не был заключен трудовой договор, хотя она проработала здесь 2 месяца. У предпринимателя своя версия событий. По его словам, работница не прошла даже испытательный срок. На месте проверили все документы. Других нарушений выявлено не было. Инспекторы ограничились простыми рекомендациями. В законодательстве не прописан пункт об устной договоренности. Трудовые отношения обязательно должны быть прописаны в договоре. Напоминаем еще раз о том, что если с гражданами не заключаются трудовые договоры, нужно приходить сразу. Если в течение 3 дней трудовой договор не был подписан, значит, нужно прийти в центр занятости, улица Калинина, 12А, написать заявление, и мы будем разбирать этот вопрос сразу уже по факту совершения, а не после того, когда нужно доказывать, что действительно трудовые отношения были и не были зарегистрированы. Кроме того, также напоминаем работодателям, что если вдруг они не знают, как заключить трудовой договор, какие прописаны должны быть там пункты, работодатель может прийти к нам, у нас есть типовой договор, мы поможем, расскажем и все покажем.